Давайте попробуем. Вот так вот выпил один глоток, и сразу же уже далекие страны, далекие острова, какие-то континенты. Байдульна, Софи, Ринат, Ибрагим, Халсум, Марат, Сайфин, Лар, Дасаев, Ринат, Хамат, Вучулпан. Diverged in a yellow wood. And sorry, I couldn't travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could. Aujourd'hui, c'est le jour J de l'Olimpiade de français. Gli studenti di tutta la Russia con le più profonde conoscenze della lingua italiana. 大家好, 欢迎你们在第六个全俄罗斯汉语奥林匹克比赛. Wir befinden uns gerade in Moskau, wo die letzte Stufe der allrussischen Deutsch-Olympiade stattfindet. Where we can see those who have mastered the English language to the level superior to that of a native speaker. Hoy es el día de la quinta Olimpiada Escolar de la Lengua Española en Rusia. Has done everything right and who didn't make any mistakes? Me? Но не стоит переживать из-за строгости членов жюри. Пока школьники пишут заключительный этап, членов жюри нет в университете. Они наслаждаются весенними видами Липецка. Прямо сейчас в моих руках задание заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории. Не знаю, что там, но выглядит очень интересно и очень тяжело. Каждый из 12 победителей Всероссийской съел 320 шоколадных конфет. Сколько шоколадных конфет было съедено победителями? Так, 3200 плюс 640 – это 3840, кажется. 89 олимпиадников взяли с собой по 30 таблеток глицина. Сколько всего таблеток повезли с собой олимпиадники? 2610. И Калининградская область, пожалуйста. Молодец. Канада очень красивая, очень picturesque, очень красивые curved coastlines. Keep calm and carry on. Мне кажется, я все. Пару нервных срывов, хронический недосып, мне кажется, это нормально. Достаточно. Дорогие телезрители, сегодня мозг не будет работать. Признайте, вы готовились достаточно. Знания никуда не пропадают из вашей головы. В ситуации, когда они понадобятся, они всплывут сами, если вы будете спокойны и сосредоточены. Ну, думаю, надо тренироваться в олимпиадных кружках, узнавать новые темы. Всерос – это только начало. Что же дальше? Дальше развиваться, развиваться и еще раз развиваться. Нет.